Ребята, вы знаете, зачем я вас собрал сегодня? Зачем, зачем, зачем? Пап? Не мешай смотреть аниме. Не, галиме, фу. Нет, 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 не смотри, зачем, не смотри. Не... А, зачем, зачем? Слушай, мы поедем к Фласке выбирать игрушку. Да, Мутаген, я тебя взял, потому да что... Да ей вообще пофигу на эту игрушку, похоже. Так, задрала со своим галиме. О, мультики смотри. Джейк, Джейк, Джейк. Ну, хоть не галиме. Джейк. Джейк. Кажется, ей это очень вредит. Кажется, она с ума сошла. Да, да, да. Так, Фласка, поехали, я тебе игрушку куплю. Будешь играть, как все нормальные дети, не будешь сидеть в своем галиме. Да, хватит деградировать перед аниме, да. Сами вы деградируете, Джейк и Финн. Все в машину! Побежали, Фласка! Да. Фласочка! Я смотрю аниме! Ну какое галиме? Тебе купим игрушку Крипера! Хочешь? Крипера? Да. Нет, он взрывоопасный! Куколку хочу! Сатурик, забираем с собой телевизор и поехали! Какалку? Куколку! Она какалку хочет! Куколку! Какалку! Куколку! Какалку! Куколку! 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 Хватит куколку. Меня бить! Сейчас бензина глотнешь! Я ой. Тебя сейчас глотну! Побежали, папа, побежали! Та-та-та-та. Побежали! Та-та-та-та. Машину все садитесь! Поехали! Кто за рулем? Так, Мутаген, ты за рулем! Сами за рулем! Садись, садись, садись! Да-да-да! Все, поехали, да! Папучка, так, Фласочка, папучка, да. А где мамочка? Мама на работе, она зарабатывает деньги тебе на игрушки. Ладненько, а ты почему не работаешь, безработный папа? Ну, потому что я могу. Зачем работать, если можно не работать? Да, если можно жена быть работает. Угу. Зарабатываем деньги, так, бездельничаем. Фласка, посиди в машине, посиди в машине, мы сейчас придем. А вы быстро, папа! Да-да-да. Так, Мутаген, Мутаген, иди сюда. Тём, слушай, я притворюсь игрушкой. Ты заставишь ее купить нас и слушай. И я буду ей указывать, что делать, чтобы она нас слушалась. Ну, она игрушку будет слушать. Давай. Все, зови ее, а я превращаюсь. Пип, вы скоро? Фласка, иди сюда, Фласка, Фласка. Что? Вы же сказали посидеть в машине. Тут подарок, сюрприз тебе. Иди мне сюда, сюрприз? Фласка. Сюрприз какой? Где, 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 сейчас. Где? Сейчас сюрприз? Он где-то здесь. Вот. Где сюрприз, где сюрприз? Вот здесь, вот здесь, стой, вот стой, здесь. Стой. Где-то он здесь. Да, 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 уже тепло, тепло. Где, где, опа. Где, где мой сюрприз? Где-то где мой сюрприз? Вот здесь. Смотри, какие. Смотри, какие. А ух, где куколка? Выбирай. Где куколка? Хочу куколку. Где куколка? Вот да, это да, и да. Есть куколка. Выбери меня. Чё? Папа, это выбери ты? Выбери меня. Пап, ты где? Папа. А где папочка? Кто папуся? Говорит, папа, выбери папа, меня, папа. Попрыгни. Папа, папа, ты где? Папуся, папуся, папуся. Папа. Я игрушка, ой. Выбери меня. Чё? Это ж голос папы. В чём прикол? Папа, ты где? Папа, это игрушка специально сделана для тебя от папы. Сейчас это записью. Найду. Записью его. Сейчас я найду. Вот он, смотри. О, нашла. Ай. Да, здравствуй, я игрушка. Привет. Ух ты. Привет. А он повторяет за мной? А это что, типа Алиса? Давай да? Попробуй. Попробуй, не скажи Алиса. Я не Алиса, я, как его, весёлый Крипер. Кот Крипер. Привет, Крипер. В каком году родился Абрам Линкольн? Линкольн. Как там там? Можно. Я не настолько умный ассистент. Фу, он тупой, пойдем отсюда. Он тупой, тупой, тупой. Где папочка? Выбери меня. Вот за нами побежал, смотри. Где? Выбери где? Меня, выбери меня, выбери меня, выбери меня, выбери меня, выбери ничего меня. Ничего себе, он такой смешной. А где он, а где он, а где он? Выбери меня, выбери меня. А где он? Я не вижу его. Вот сзади а тебя где бегает. Он, где он? Ты что? Я догнать не могу. Бегать ты туда-сюда? Сейчас догоню, сейчас догоню. Где он, где он, где он, где он? Да стойте вы уже! Сейчас погоди, догоню! Почти так на ладно! Выбери меня, выбери меня, выбери меня! Да дай выберу тебя! Привет! Привет! Привет, Крипер! Смешной Крипер! Да-да-да, привет! Поставь время на 8 утра. Ой, будильник на 8 утра. Твой будильник на 8 утра стоит. Он просто пупенный, берем. А где папочка? Папа! Какой хороший! Папа уже домой уехал. На он чё? Сказал, что домой поехал. Он сказал, да, пошел он... зарабатывать деньги, то есть, вернее, ага. Сбивать с мамы деньги за игрушку вот такую крутую. Смотри, записал уже запись. Да, слышала, да, да. Слышала. А на да, чем да, он поехал? Это. Машина-то стоит. Он поехал на своих двух. Угу. Смотри, я же умею ехать. Ты бегаешь, такой забавный, такой забавный. Куколка. Куколку тоже хочу. Ой. Каколку нельзя, так. Каколку нельзя. Каколку куколку тебе говорит? Не надо, у тебя вот уже куколка, Крипер. Нормальная куколка, обожаю такие. Пошли.
Крипер! Пошли с нами, Крипер! Привет, Крипер! Да? Привет! Загугли, в каком году закончилась Вторая мировая? В 45-м. Мутаген, это правда или нет? Я не знаю. Да, это правда. Ой, смотрите, если обманули. Ребят, правда они пишут? Ой, говорят или нет? Напишите в комментариях. Да, ребята, в каком году закончилась Вторая мировая? Обязательно напишите в комментариях. Да, если не знаете, напишите, что не знаем. Да, да. Поперли покупать эту пукалку. Дядя, пробейте пукалку. Пукалку? Так, за бесплатно заберем, да? Договорились. А ты же сказал отец. Все, забираем уже быстрее, быстрее. А ты же сказал отец заплатил и пошел с мамой деньги трясти. Ну, типа он все. Садись за руль, Фласка, я не умею водить. Садись за руль, мне 6. Сейчас я сяду, поехали. Нет, в смысле? Крипер, вылезь из машины, вылезь из машины. Тише, тише, аккуратней. Все, садись. Давай, вперед. Так, аккуратней. Машина уже под ресурсом последним. Она изживает себя. Я буду твоей игрушкой, ты меня будешь слушать? Чё? Я вообще-то человек, а ты игрушка. Это ты меня будешь слушать, понял? Не-не-не, я же твоей буду любимой игрушкой, да? Любимая игрушка, которая будет выполнять все мои приказы, так? Заходи. Ну ладно. Крипер. А может, Крипера надо искупать? Я смотреть аниме, не купать. А ты приготовь мне пожрать. Давай. Ты чё, офигела? Я могу взорваться. Возле плиты, ну, давай, это горячий. Ну давай, давай, взорвись, ну давай. Давай, Крипер, ты же с искусственным интеллектом, ты должен обучаться как-нибудь. Давай тебя обучим. Вот целая куча книжек, давай читай и обучайся. Мутаген, не пали меня. Да-да-да. Так, давай, быстро приготовь мне похавать, я хочу бутылочку. Сейчас, вот пей. Так, давай, где? Ух ты! Смотри, какая. О, это же бензин. Ой. Эй, а ну отдайте бутылочку. Отдайте. Отдайте. Сзади тебя, да. Ну-ка, сейчас пробуем, что это. Вампири, вампири. Смотри, что творит. Боже, ты мочу разлила. Кошмар. Ой. Слышь, Крипер. Все, растворилось. Да-да-да. Говорим. Где папа? Папа? В смысле? Ты что меня спрашиваешь? Я же игрушка, я таких вопросов не знаю. Мутаген. Твой папа зарабатывает денег, да. Он безработный. Ну, он теперь работает уже, он настроился. Фласка, ты должна меня слушаться. Игрушка, иди сюда, я тебя помою. Ты грязный, в магазине была, дети тебя трогали. Не работает. Слышь, сказала, пойдем мыться, давай, а то ты пошли. Плохо пахнешь, другие дети тебя трогали. Сама ты плохо пахнешь, это я возле тебя постоял просто. Залезай. Так, закрываем. Залазь. Да залазь ты уже. Ну вот так вот, залезай, но это же легко. Мне говорит, типа, нельзя. Тут, нельзя? Ты тогда давай в толкан, давай, залезай. Во, залез. Залез, сейчас помоем тебя. Опа. Коп. Опа. Ля-ля-ля. Ты что ты творишь? Описала всю ванную, ты чё? Слышь, я описала, Фласка, ты чё не описала? Фласка, косячница, да. Надо убрать потоп. Да ё-моё. Всё. Ой. Так, Фласка. Перемывать Фласку. Я пошел на улицу. В смысле, куда ты? Куда ты пошел? Зарядкой будешь заниматься. Какой зарядкой? Постой, Крипер. Говорящий Крипер, ты где? Ты тут? Я на улице, я на дороге. Полиция. Здрасте. Фласка. Че? Так, слушай. Короче, все дети слушаются своих игрушек. И если я говорю, зарядкой заниматься, значит заниматься зарядкой. Ля-ля-ля-ля-ля. А? Да. Иначе эта игрушка может стать огромной и потом ночью к тебе прийти и сказать «Бугага!» и ты испугаешься, Фласка. Ха-ха-ха, конечно, станет он большим. Ага. Хватит мне врать, Мутаген, я на тебя обижусь. Она не верит. Набросилась! Здоровья! Боже мой! Да закрой дверь! Я тоже боюсь. Что это за штуковина такая? Фласка, надо срочно... Фласка, надо срочно взять машину и задавить этого монстра, чтобы меня он не задавишь. Не пробрался к нам домой. Блин, машина на улице. Здравствуйте. Нет, не входи, закройся двери. Страшный. Здравствуйте. Да. Надо нам срочно строить баррикаду и убежище. Фласка, давай на второй этаж. Они поверили, что я монстр. Я тут. Закрыть. Фласка. Зачем ты открываешь? Тихо, я знаю, у меня есть ствол. Я вообще подстрелю.
Давай, давай, доставай быстрее, Ласка, срочно. Какаска не слушает меня, ребята. На тебе, лайк. Мутаген. Какая огромная волына, ух. Волына большая. Так, напишите, ребята, в комментариях, как сделать, чтобы Фласка меня слушалась. Она вообще вредна. О, боже.